Немножко по игре, победили в непростом матче по серии пенальти. Что скажешь о первом матче? Ну, первый матч тяжелый был. Как бы, ну, говорят, что это лидеры. Как бы, и мы тут так приехали, чтобы чисто удовольствие поиграть. Я вообще второй раз пляшку всего играю. Для первого раза неплохо. Выиграли, главное, победа. Если обыграли лидеров, можно говорить, что теперь вы являетесь лидером турнира? Ну, как бы, тяжело сказать. Но, скорее всего, получается, что мы теперь лидеры. Сказали, что собрались чисто так поиграть. Когда появилось такое желание, когда подумали о том, что надо заявиться? Да, в пятницу нам после игры тренер сказал: ребят, не хотите заявиться на турнир? Мы согласились. Играете на одной из лучших европейских арен, стационарных европейских арен. Как вообще впечатление, если говорили, что второй раз всего играете? Ну, не знаю, блин, я не знаю, не о чем сравнивать на самом деле. Я люблю больше по травке побегать. Если заявлялись просто так, значит, каких-то определенных задач не ставите на турнире, или все-таки какая-то она стоит? Нет, конечно, просто чисто удовольствие получить, эмоции, и все, если по возможности победить. Во втором и третьем раунде уже там будут посерьезнее команды. Есть ли, может быть, желание в первую очередь встретиться с ними? Потому что там команды, которые, собственно, играют на чемпионате России. Я думаю, нет желания такого с ними встретиться. Хорошо, спасибо большое.